Новые дороги, современное освещение. О программе самообложения здесь знают не понаслышке. Жители участвуют в ней четвертый раз. Программа самообложения реализуется в Наласе с 2013 года. За это время село заметно преобразилось. Бірсінде 500 метр шледік, бірсінде 700 метр тересі юлны шлеп көрсеттік. Шушы юлға солынған тігі ауыл ішіндегі юлларынан, пішырақ юлларынан. Благоустройство за счет средств сельчан уже несколько лет практикуется и в Буинском районе. В этом году референдум пройдет и в самом Буинске. Ольга Морская, Наталья Смирнова, Серин Хасанов. Новости Татарстана. Стал очевидцем события и хочешь, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».